на Землю упала неконтролируемая китайская ракета, что известно. Сегодня утром остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Ступень ракеты вошла в атмосферу в воскресенье в 5 часов 24 минуты по киевскому времени. Что известно о падении ракеты на землю в материале РБК Украина. Куда упала ракета, китайское национальное космическое управление Вейбо сообщило, что отработавшая ступень китайской ракеты-носителя вошла в атмосферу утром в воскресенье. Она упала в Индийский океан. Обломки ракеты-носителя чинжен 5 б вновь вошли в атмосферу Земли. Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли, говорится в сообщении китайской программы пилотируемых полетов. Остатки ракеты упали неподалеку от острова Кудахуватху, Мальдивы. Что произошло ракета чинжен 5 б была запущена 29 апреля. Она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Высота ее эллиптической орбиты составляла от 160 в Перегее до 375 в Апогее КМ и постепенно снижалась. В США первыми заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Однако в Пентагоне сказали, что не планируют ее сбивать. Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что ракета приземлится в таком месте, где не причинит никому вреда. Китай обвиняют в халатности, в США заявили, что китайцы поступили безответственно, допустив бесконтрольный сход ступени с орбиты. Также астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл усматривает в действиях китайской стороны халатность. Первое падение неконтролируемой ракеты на Землю до сих неконтролируемое возвращение на Землю отработавшей ракеты нового типа КЗ-5Б происходило один раз в мае 2020 года. Тогда падение ее частей, по сообщениям местных СМИ, привело к повреждению домов в год до ивуар на западе Африки. Напомним, китайская тяжелая ракета носитель Lon March 5B вышла из-под контроля после запуска. Ранее сообщалось, что Китай запустил основной модуль Национальной космической станции.